первая Тихоокеанская математическая школа открылась в Дальневосточном федеральном университете. На весенние каникулы в кампус ДВФУ съехались 65 юных математиков со всего Приморья. Это победители и призеры школьных олимпиад, а с ними 37 лучших учителей, чьи выпускники набирают самые высокие баллы по ЕГЭ. Я хочу сказать, что это первая школа, значит, что будет и вторая, и третья, и дальше. Действительно, есть хорошая, богатая история. Мы подготовили программу, которую я уже сейчас могу сказать, что не стыдно, что лучшие будут работать с лучшими. Это очень важно. В течение недели с талантливыми школьниками будут работать ведущие преподаватели и ученые ДВФУ, а также приглашенные спикеры. В интенсивной программе математической школы теория чисел, логические и криптографические задачи, тригонометрия, элементы теории игр и теории вероятностей. И главное, общение с такими же увлеченными математикой сверстниками. Это приятно, во-первых, быть среди тех, кто тебе близок. Во-вторых, это интересно. Можно обсудить то, что интересно тебе, потому что в другом сообществе на эти темы поговорить, как правило, не с кем просто. Поэтому это приятно, интересно и, безусловно, полезно. Мы в разных задачах алгебраического характера, там, где уравнения, какие-нибудь тригонометрические функции, ищем геометрический смысл. То есть задача из чистой алгебры решается с помощью рисования каких-нибудь картинок. Прежде всего, я приехал сюда, чтобы пообщаться с такими более-менее известными учителями, преподавателями, которые разбираются достаточно в математике, ну и, конечно, узнать новые темы. Для меня самое интересное, наверное, теория математических игр. Она такая достаточно захватывающая, нет какой-то нудности в ней, и можно с интересом заниматься ей. Для тех, кто стремится познать математику и добиться новых высот, организаторы подготовили максимально насыщенную и интересную программу. Помимо лекций и практики, участники школы ДВФУ ждут просмотры фильмов про известных математиков, игры «Что, где, когда», математические бои, различные конкурсы, экскурсии. Учителя пройдут курс по актуальным вопросам подготовки школьников к ЕГЭ и решению олимпиадных задач. Занятия регулярные нужны, даже если ты не нацелен на какой-то высокий результат. Это как любая другая работа, когда ты месяц или год ее не делаешь. Да, постоянно надо шлифовать, ты постоянно узнаешь что-то новое, находишь другие точки зрения. Как любая другая работа, в ней надо жить. Тихоокеанская математическая школа завершится в ДВФУ 31 марта. Школа проводится при поддержке администрации Приморского края, Дальневосточного отделения Российской академии наук и образовательного центра «Сириус».